Дорогі друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Як позбавитись хвороб і придбати друзів? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Нет ничего лучше в приятном обществе, за приятной беседой, гулять по свежему воздуху. Наши лески такие замечательные, парк такой замечательный. Здесь и озеро, здесь и источник. Скандинавская ходьба набирает темпы по всей Европе и по всему миру. Имеет сейчас широкую популярность. Вам помогут, подскажут, какую тренировку перед ходьбой нужно сделать. И вперед! Кроком руш і бадьорість стане вашим постійним супутником. Але потрібна ще одна дрібниця. Яка? Почуємо зараз. Друзья мои, согласитесь, что осень – прекрасное время года. Она наступила, хотели мы этого или не хотели, но тем не менее осень уже вполне завладела всеми нами. Но это совершенно не повод грустить, потому что осеннее утро так же прекрасно, как и летний теплый вечер. И вы знаете, есть люди, которые не грустят в любое время года, чего и вам, господа, желают. И сегодня, в это осеннее утро, мы попали в парк Лески. И что мы увидели? Мы увидели группу людей, которые идут, смотрите, вроде как лыжники, а вроде и не лыжники, идут с палками. Ну, конечно, чисто по долгу службы, но еще и по-человечески. Интересно, что делают здесь люди с палками? Давайте узнаем, и, может быть, мы получим что-то очень полезное для себя. Идемте, познакомимся и узнаем. Здравствуйте, уважаемые господа. Григорий Яковлевич, я нашим телезрителям сказала, что вот мы сейчас видим группу людей, которые идут с палками. Вроде как лыжники, но вроде как и не лыжники. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, потому что приглашаем телезрителей погулять по осеннему парку и убедиться в том, что осень все-таки это хорошее время года. Будьте добры. Скандинавская ходьба набирает темпы по всей Европе и по всему миру. Началась со Скандинавии и пошла как раз по кругу по Европе. Тоді Африка, Азия, Дальний Восток, Америка, Канада и наконец-то пришла к нам. Она началась примерно 20 лет тому назад и имеет сейчас широкую популярность. Чем она привлекает? Прежде всего, доступностью, простотой. С минимальными затратами человек получает все стимулы для улучшения собственного здоровья. Прежде всего, как раз этот момент занятий скандинавской ходьбой, как не в большинстве видов спорта, она самое больше подключается мышечную массу. Если при занятии любым видом спорта участвует 45-50% мышц человеческого тела, при плавании 80%, при скандинавской ходьбе 90% мышц участвует. В итоге получается, что мы затрачиваем в среднем до 46 калорий, больших калорий, и в этом теряем постепенно вес, но без ущерба для здоровья. Второе, то, что как раз это при ходьбе мы задействуем все мышцы, и в итоге палки для чего? При занятии любым видом спорта мы загружаем колени и позвоночник. Палки нам разгружают колени и позвоночник. В итоге получается, что мы выпрямляемся. Хорошо форсирует, ну, формирует осанку. Дело в том, что если даже вы попробуете ходить с пятки, вас поневоле позвоночник выпрямляется. И в итоге следующее. Здесь подключается уже и грудное, и диафрагмальное дыхание. Так как в нашей, вот в повседневной жизни, у мужчин, как правило, бездействует грудное дыхание, а у женщин диафрагмальное. Скандинавская ходьба заставляет работать и диафрагмальное, и грудное дыхание. В итоге большая наполняется легких. До 95% легкие наполняются. В итоге организм обогащается кислородом, больше получает как раз это движение крови. Следующее,
при ускоренном движении учащается сердцебиение, и в итоге мы освобождаем наши клетки от шлаку. И в итоге, друзья мои, получаемся такими бодрыми и жизнерадостными людьми, да, Григорий Яковлевич? А вы как стали заниматься скандинавской ходьбой? Плюс еще и стали тренером. Дело в том, что я занимался и в молодости с многими видами спорта. Закончил Минский государственный орден Трудового Красного Института физической культуры и спорта. И в итоге последние, после более уже 5 лет, занялся скандинавской ходьбой и сказал, что лучшего для здоровья, как занятие скандинавской ходьбе, я не вижу. Не вижу. Ну, еще есть плавание, но это дорогое удовольствие для нас. Следующий. То, что любой возраст может заниматься скандинавской ходьбой. И в нашей группе, кстати, у нас 2 группы. Это старшая группа как раз занимается. Здесь менее или ниже 60 лет здесь нет. Только старше 60 лет. И вторая группа, которая занимается в парке возле дома строителей. Там тоже. В целом вот наша группа занимается или организована более 30 человек как раз. Но вы являетесь еще и не только инструктором, вы волонтер, то есть это вы абсолютно бесплатно собираете группу, преподаете, ведете? Да. Все как раз это. Вначале начинали мы с 4 человек, а сейчас, как видите, люди прибавляются. Кроме того, глядя на нас, есть уже одиночки, энтузиазмы, которые ходят и по парку, и по городу с палками. Ну, лучше, наверное, друзья мои, ходить все-таки всем вместе, потому что вместе, как говорится, мы сила. Да, Григорий Яковлевич? Да, это прежде всего хорошо тем, что оно дисциплинирует. Второе, как раз в группе более, ну, не так выделяется индивидуальность, так как друг другу подсказывают, и в итоге получается правильная ходьба, направленная на здоровье. И лучшего места, как парк Лиски, мы не нашли. Здесь воздух хороший и летом, и зимой, и осенью. Это раз. Второе, ландшафт меняющийся не так сказывается на психологическом состоянии человека. И он не чувствует усталость. В среднем мы проходим 2,5-3 километра, это за час. В итоге мы получаем бодрость и хорошее состояние. Это здорово. И наступил момент побеседовать именно непосредственно с участниками и с любителями скандинавской ходьбы, которые стоят перед вами. Сейчас они поделятся с вами своими ощущениями. Николай Николаевич, позвольте начать с вас, потому что, друзья мои, это очень-очень замечательный человек Николай Николаевич Генрисон, который проработал много лет на нашей студии, 20 лет, и вот которого мы встретили. Жизнь вообще совершенно неожиданная штука. И вот мы встретили Николая Николаевича здесь, в парке. Николай Николаевич, ну рассказывайте, как самочувствие? Давно мы с вами не виделись, рассказывайте. Да, давно уже. Ну, этот вид спорта, он охватывает порядка 70% мира. Нет такого еще лекарства, которое они придумали против болезней суставов, позвоночника и так далее. Так что ходить надо, всем ходить. Будет все хорошо. Николай Николаевич, вот сейчас говорили с Григорием Яковлевичем, и он сказал, что так как-то вы не очень себя хорошо чувствовали, а уже месяц занимаетесь скандинавской ходьбой и уже так бодрячком. Да, было такое дело. Я пришел сюда, меня Лариса привела. Коленки скрипели, как ржавая дверь. А теперь уже и дышал тяжело. А теперь уже все нормально, все хорошо. Вы занимаетесь месяц всего, да? Да, 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 всего месяц. Но результаты видно. Телезрители, вы поняли? Всего месяца, смотрите, он Николай Николаевич, как огурчик. Присоединяйтесь, пожалуйста. Будьте добры, сколько вы занимаетесь скандинавской? Я мало занимаюсь, очень мало. Я еще не могу ничего сказать, но пока чувствую нормально. Утро приходит, не могу дождаться прийти, походить этой ходьбой скандинавской. Очень мне приятно, коллектив очень хороший. Весело здесь, интересно, свежий воздух. Ну все хорошо, приходите все сюда.
А как вы узнали про скандинавскую? Я случайно узнала. Я хожу на хор, и вот с нами работает, ходит на хор Григорий Якович. Он нам посоветовал ходить сюда, и вот мы пришли. Вот я недавно только, буквально недавно я узнала вот это. Я очень довольна, очень, просто душевно, вы понимаете? Не так физически, как душевно мне здесь хорошо. Коллектив очень хороший. И чувствую, что я себя лучше чувствую. Друзья мои, как выясняется, Григорий Яковлевич – волонтер и инструктор. Он, видите, не только тренер, не только спортсмен, он еще и поет в хоре. И всем рекомендует, ну, чтобы быть здоровым и бодрым, нужно петь и ходить скандинавской ходьбой. Будьте добры, вы сколько занимаетесь? Я занимаюсь полгода. Скандинавская ходьба помогает мне жить. Я с удовольствием прихожу сюда. И после занятий я чувствую бодрость, уверенность. Ну, я счастлива, что я здесь хожу. Хороший коллектив. Всем рекомендую. А как вы узнали? Я волонтер Турбота пролетних Украины. Ну, Григорий Яковлевич, наш волонтер, пригласил меня. Григорий Яковлевич сделал вам предложение, от которого вы не смогли отказаться. Да. Всех приглашаю. Приходите. Очень, очень полезно и хорошо. Будьте добры, вы сколько занимаетесь? Ой, я больше года занимаюсь. Пришел сюда, когда, Лариса, уже полгода есть. Ну, это именно да, в нашей да, группе. Да, нашей. А так я с Ефимовым там познакомился, Днепропетровский. Он занимается скандинавской ходьбой. Потом он закрепил мне за Оксаной, инструктором нашим. Я там походил, она показала основы. Ну, а потом нашел вот эту группу, Лариса привела. Вы такой серьезный мужчина и занимаетесь скандинавской ходьбой. Наверное, все в вашей жизни очень по-серьезному, да? Ну, конечно. Ну, работаю пока и вот это занимаюсь. Как есть время, прихожу. Бодрость чувствуете? Ну, конечно, да. Ну, что ж, сам компьютер и все такая сидячая такая работа. Здесь природа. Воздух хорошо здесь. Будьте добры, девушка с палками, да, так можно вас назвать. Как вы попали в этот парк и сколько вы занимаетесь и результаты, конечно. Спасибо большое за девушку. Давно меня так уже не называли, что очень приятно. Я в этой группе занимаюсь уже второй год. Попала сюда тоже совершенно случайно. Знакомая рассказала о том, что они здесь занимаются, пришла и тоже, как видите, осталась, потому что нет ничего лучше в приятном обществе, за приятной беседой, гулять по свежему воздуху. Значит, меня сюда привело что? Проблемы со спиной от сидячей работы. Слава Богу, они уходят в прошлое. Что хочу сказать еще? Этот спорт по силам любому человеку, независимо от возраста и состояния здоровья. Вы гуляете по природе, в привычном для вас темпе. Хотите, идете медленно, гуляете. Хотите, делаете нагрузку, идете чуть быстрее. И плюс свежий воздух, замечательная природа. И ничего, кроме удовольствия, вы от этого не получаете. Поэтому приглашаем всех желающих. Что, кстати, делает Григорий Яковлевич. Как пригласили меня, так я тоже приглашаю всех. Все это бесплатно, все это... Плюс, что я еще хочу сказать, у нас же здесь люди вот из Турботы, и люди, как сейчас говорят, поважного веку, в основном все мы. И плюс делимся впечатлениями, делимся информацией о интересных мероприятиях. И потом даже вместе эти мероприятия посещаем. Так что все очень интересно и очень здорово. Хочется в нашем возрасте, хочется быть еще, ну, на ногах, на собственных. А это очень помогает. Свежий воздух. Я даже не знала, что наши Лиски такие замечательные. Парк такой замечательный. Здесь и озеро, здесь и источник, из которого мы пьем. И купаетесь озеро... еще в источнике? Нет, он такой. Нет, он маленький. Там только попить можно. Кормим уточек у озера. С маленьких начинали, а сейчас они такие уже взрослые стали. Скоро улетят, наверное. В общем... Скандинавская ходьба – это прекрасно. Так же, как и волонтерство, как-то чувствуешь себя еще нужным обществу. Да, самое главное – чувствовать нужным себя обществом. Знаете, Людмила Яковлевна. Да, что здесь насыщение красок. Посмотрите, какие вокруг краски. И ты сразу насыщаешься этими красками и видишь, насколько природа как бы призывает к тому, чтобы ты радовался. Вот дню, солнцу, деревьям, все, что тебя окружает. Плюс вот это еще наша, как говорится, дружная семья –
И мы вот когда обходим, и согласно, вот все говорят, не менее 5 километров. Вот, по-моему, здесь мы столько кругов наматываем, что идешь домой уже бодренький, готовый к новому дню, к новым каким-то таким победам. Ну, как подвигом. Громко говорят, подвигам, да. Так что очень хорошо. Всем советую, молодцы такие. Я даже вот сегодня иду, мне говорят, ты что, на рыбалку? Ну, удивительно людям. Я начинаю объяснять. А, да-да-да-да, я знаю, знаю. Ну, тоже с моих, где я живу, очень кого-то сюда. Я за 2 часа выезжаю, чтобы сюда добраться. В 7 я выезжаю, на 9 я здесь. Поэтому это просто замечательно. Я очень рада, что в Лесках есть такая местность, которая вот принимает людей, чтобы могли люди позаниматься любимым делом. Друзья мои, Людмила Яковлевна себе не изменяет. Она всегда призывает к радости, потому что она сама в сердце в своем имеет радость. И вас тоже призывает радоваться. Видите, несмотря ни на что, а вот встали, вышли, взяли палки, да, Людмила Яковлевна? Да, 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 взяли палки. Трамвай, троллейбус, и за 2 часа всем вышли, в 9 здесь. Классно, отлично. И не нужно жаловаться, что плохо жить, да. Правильно? Не надо жаловаться, что плохо жить, рассказывай. Конечно. А я с мая месяца хожу. Да. Мне вот Анечка посоветовала, и я стала сюда ходить, и чем очень довольна, мне давление стабилизируется. Я вот когда прихожу домой, я измеряю давление, просто когда ухожу и когда прихожу. И заметила, что стабилизируется давление. Кроме того, здесь хвойный лес, который очень благоприятно влияет и на дыхательные органы, и вообще в целом на организм. Ну вот так вот, очень довольна, конечно, и коллектив хороший, и приятно, конечно, сюда приходить. И ходить утром, бодро себя чувствуешь. Мне сын даже говорит, что ты знаешь, ты когда ведь походишь скандинавской ходьбой, так ты дома все делаешь, все, ты такая шустрая становишься. Вот так вот. Дети, пожалуйста, своим родителям рекомендуйте скандинавскую ходьбу. Тогда ваши родители будут добрее и будут больше успевать по дому. Друзья мои, а вы как попали сюда? Я через турботу. Сначала я узнала о турботе. Вот, потом там на турботе познакомилась с Григорием Яковлевичем, и он сказал, что так и так можно ходить. И я тут же прибежала, стала заниматься скандинавской ходьбой. И что? Ну и что, я в восторге. Прекрасная команда, замечательные люди, все такие доброжелательные, все такие веселые, жизнерадостные. Стала намного лучше себя чувствовать, реже попадать в больницу. Вот наши телезрители смотрят, думают, ой, Господи, ну хотелось бы пойти, но неохота. Что ответите? Надо себя преодолеть. Только один раз. Стоит сюда один раз прийти, и вы будете приходить. Тем более, что многие научились и стали ходить в других местах. Не обязательно же ездить именно сюда, хотя здесь прекрасно. Здесь такие замечательные места, такая замечательная команда. Но кто, ну, тяжело сюда добираться, можете ходить где-то в своих, поблизости. У нас же в городе везде есть парки, везде есть скверики, есть где вы походить. А вы научитесь, как правильно. Вам помогут, подскажут, какую тренировку перед ходьбой нужно сделать. И вперед. То есть, чем сидеть и горевать, лучше взять палки или даже без палок и просто... Первый раз можно и без палок прийти, походить с нами, посмотреть. Вам расскажут, где их купить недорого, потому что настоящие дорого стоят, а мы вот хозяйственных покупали, сами сделали. И, в принципе, как бы и проблемы, они выглядят не так уже глубоко, конечно, да? Конечно. Вы познакомитесь с прекрасными людьми. Это же главное общение. Вот так, главное общение, друзья мои. Главное общение. Ну и, конечно, скандинавская ходьба. В принципе, жить долго и активно можно, несмотря ни на что. И Григорий Яковлевич, который спортсмен, который тренирует группу скандинавской ходьбы, сам является тому примером, потому что совсем недавно ему исполнился определенный год, да, Григорий Яковлевич? Будем говорить? А что нет? Говорите. 80 років. Телезрители. Ну, 80 лет, а спортсмен, красавец и тренер. Григорий Яковлевич, будьте добры, еще и поете в хоре. Вот для наших телезрителей, если серьезно, отбросить шутки в стороны, потому что жизнь сложная, мы знаем, люди как-то предоставлены сами себе, очень сложно, разрознены, но у вас есть рекомендации для тех, кто еще не присоединился к скандинавской ходьбе. Будьте добры, вот. Приходите в любое время,
мы доброжелательно встретим, поможем и научим всему того, что мы знаем. Григорий Яковлевич, могут сказать, что нет палок, нет плохая погода, нет настроения, давления. Что вы ответите? Если человек позанимается хотя бы месяц, всякие хандры уходят. Постепенно, не сразу, а постепенно все уходит. Через то, что организм человеческий приспосабливается. И если будешь лежать на диване, никогда здоровым не будешь. А вот скажите, пожалуйста, например, те люди, которые по каким-то причинам не могут выходить из дома, они могут хотя бы дома даже, ну вот чуть-чуть применять вот эти моменты скандинавской ходьбы? Можно, только с участием ковра. На ковре можно любому ходить, с любыми недостатками. Ходьба начинается с пятки, на пятку. И постепенно мы выпрямляем и позвоночник, и заставляем разгибаться, и заставляем активнее дышать. И всех телезрителей, независимо от возраста и возможностей, вы приглашаете заниматься скандинавской ходьбой. Пусть не в вашей группе, но хотя бы заниматься. Индивидуально получить первоначальные навыки, и можно заниматься в любом месте и в любое время дня и ночи. Наші сьогоднішні герої запрошують вас, друзі, до активних прогулянок на природі. І результат не примусить на себе чекати. Я Ніна Трошевська, прощаюсь з вами. На все добре.